Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Это вам. Спасибо. Как вы меня нашли? Я сказал в деканате, что у вас остались мои книги. Номера телефона у них не оказалось. Дали адрес. А какие книги? Это вам. Спасибо. Здравствуйте. Папа, это месье Деваи. Месье Деваи, это мой отец Алексей Николаевич. Я преподаю в университете. Очень приятно. Здрасте. Здрасте. Я, кажется, не кстати. Ну, вообще, сегодня у нас... Приглашай гостя. Что ты? Проходите. Пойдемте. Только не разувайтесь, пожалуйста. А, да нет, нет. Извините, у нас поминки. Это вы меня должны извинить. Это ваша мама. Ильяна, она умерла 9 дней назад. Давай присаживайтесь. Ир, достань рюмочку. Это книги. Я привез их специально для вас. Спасибо. Все, я хотела бы вас попросить говорить по-русски. Присаживайтесь. Спасибо. Красиво вы говорите. Моя жена любила очень ваш язык, а я любил ее слушать. Ни слова не понимал, но вот нравилось и слушать нравилось. Вот. Кость, ну приезжай. Конечно, одна. Да не знаю, шла она куда-то, даже записки не оставила. Так ты приедешь или нет? Ну, у тебя всегда дела. Послушай, я тебя один раз в жизни прошу. Неужели это так сложно сделать? Да пошел ты. Весело тебе? И кого ты все это приготовила? Старалась. Кому ты нужна? Там у вас все. Хочу праздник. Значит, будет у меня праздник. Надо так. А вот из садика. Вот. Видите, да?
Вот. А это вот Света со своими учениками, они ставили на французском спектакль. Как пьеса называется? «Немый больной». «Немый больной». Дети играли Мольера. Да. У него действительно сложный язык. Нет, у мамы на уроках не было никогда сложно. Было интересно и весело. Директриса посчитала, что ей не нужно учиться французскому у мамы, а нужно у другого педагога. И она отпрашивалась у меня с урока физики, чтобы попасть к маме на урок. Вот так, да. В результате французского в два раза больше, чем у всех остальных. Это заметно. У нее действительно прекрасный язык. Они вот и дома тоже на французском разговаривали. Когда посекретничать, там хотели. Алексей Николаевич, вашей дочери ни в коем случае не надо бросать язык. У нее способности, понимаете. Я проработал много лет и, поверьте, могу отличить хорошую подготовку от настоящего таланта. Ну, это у нее в мать. Посмотрите, как они похожи. Как сестры. Сестры. Девушка, я вам еще раз говорю. У нас праздник, мест нет. Да не нужны мне места твои. Я просто хочу посидеть на баре. Нас и без тебя тут вот таких, знаешь, сколько? Чеши давай на свою поляну. Слушай, хамить не надо, да? Я говорю, давай чеши отсюда. Хамло. А за хамло ты в ментовке будешь праздновать. Хрен тебе. Ух ты, Вертон. Вертон. Вертон мертв. Но рок-н-ролл-то жив, а? Кто? Аккуратно, аккуратно, Вертон. Поломаешь гитару? Тихо, а? Нейланд не пропьешь. Да, вставай. Вертон, слушай, мы другом проведи мне места. Что? Скажешь? Что ты... Что я твоя, да? Я просто твоя. Давай, вперед. Тук-тук. Басиста вашего привела. Утверждает, что талант не пропьешь. Честно говоря, очень в этом, господи, сомневаюсь. Ты все равно без него и так справится. Все равно музыку никто не слушает. Будешь пить? Буду. Садись. А вы чего не играете? Да там один мужик своей бабе 10 раз подряд одну песню заказывает. Вот ребята и сказали, не ходи, а то он опять ко мне привяжется. Ты из-за этого ревешь, что ли? Да нет, конечно. Просто я по-другому как-то себе этот праздник представляла. Я тоже. Ксюш. Юля. Ну, Ксюшка. Ко мне сейчас все идешь. Михаил, разбуди ее. Я сама, сама говорю. Не трогай меня. Ой. Давай. Люська, не придуривайся, вылезай! Ну-ка, выходи! Люська! Ты бесполезно! Давай, давай, давай! Люська! Потихоньку! Люська! Ну, ты, слушай, ты живая, Галина! Миха! Миха! Мишаня, танцуй! Эй, эй! Спать, спать, спать! Мишаня! Ну, да, Галина, хорош, хорош! Ромен Гари. Я читала его «Жизнь впереди» в иностранке. Ну, в смысле, в журнале иностранной литературы. Правда, на русском. А вы знаете, что у него тоже были русские корни? Да, да, мне мама рассказывала. Да. У него была очень удивительная мама.
Звали ее Нина. Всю войну он получал от нее письма. А отправляла письма соседка. Письма были заранее заготовлены. Мать не хотела волновать сына. Пусть мальчик спокойно воюет. Я не знала. Да. Вот эту книгу он посвятил своей маме. Здравствуйте. Ты провалился. Ну, как у вас? Все нормально. В каком смысле? Ну, поминки. Много народу было. Ну, вам-то какое дело? Ну, совсем никто не пришел. Ну, что за люди, а? Подождите. Вот я, посторонний человек, и то не смогла праздновать, а? Вот взяла такси и уехала. Да что ж такое, это наша соседка. Весь магазин гуляет, а директор уехала. Какое веселье! Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Здрасте. Предупреждать надо. Это Ирочкин педагог из университета. Месье Деваи. Гил. Галина Ивановна! Соседка ихняя. А можно просто Галя? Очень приятно. О, вот все раз. Ну, давайте за стол. Да, Алексей, давай по грамульке нам. Давай. Спасибо, мне, наверное, уже хватит. Ой, да ладно, хватит еще это. Давайте, ну, понемножку помянем. Давай, Алексей, давай. Я уже не буду, я уже все помянул. Да что, я одна, что ли, ну, елки-палки. Вы знаете, я должен идти. А я вас провожу. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Слушай, что, иностранец, что ли? А что, Ирка, в дом-то приволокла? Совсем обнаглела, да? Хватит поливать грязью мою дочь. Да, видела, преподаватель. Ага, видела, какой это преподаватель. Видел, как он на нее смотрел, а? Видел, он ей вообще в отцы годится. Так, еще одно слово, и я просто... Все, да? Ага. Куда? Минуточку. Все, минули. До свидания, до свидания. До свидания, пойдемте. Домой. Ну, давай, Егор. Иди к черту! Если вы еще хоть одно слово скажете моей дочери, я вас убью. Чокнутый! Отец вас не потеряет? Нет, я сказала ему, что мы немного прогуляемся. Куда мы идем? Не знаю. Обычно приезжих водят на Красную площадь. Давайте поступим не как все. Покажите мне вашу Москву. Только вашу, понимаете? Ту, которую вы любите. Не знаю, не думаю, что вам будет это интересно. Не надо решать за меня. Раз я прошу, значит, мне интересно. Хорошо. Пойдемте. Ну, потому что там неоплачиваемый труд. Там платили 140-150 рублей в месяц. А здесь можно это самое больше заработать. Ну, ладно, мать, давай за стол садиться. Хоть поедим. А Юру сдать не будем? Да и так все понятно. Так, стоять. Не лезь к нему с расспросами. Захочет рассказать, сам расскажет. Мам, извини, если праздник тебе испортил. Да ну что ты, Юртик? Ты у Ирины был? Нет.
Просто нужно было подумать. Я пойду посплю пару часиков, хорошо? Я разбужу, отдыхай. Мне еще вон тут убираться надо, и пока тебе в дорогу соберу. Весело погуляли. Ничего не скажешь. Да. Такого бездарного 8 марта у меня еще не было. Все нормально. Мои знакомые сегодня поминки. 9 дней как раз на праздник пришлось. Ужас. Слушай, у вас тут девушка-официантка работала. Ира Субботина. Ты знаешь ее? Я как раз про нее говорю. А ты откуда знаешь? А, понятно. Что тебе понятно? Ничего. Просто земля слухами полнится. Я не осуждаю ее. Не жаль ее. У них знаешь, какая с Юрой любовь была, как в кино? Фигня у них была с Юрой, а не любовь. И Юра уж такой же, как и все. Думает только о себе. Ты же не знаешь его. Ну, он вообще за нее умереть готов. Ну, конечно. Умереть же легче, чем простить. Так он и простил бы ее, может. Просто она сама даже видеть его не хочет. Слушай, какая разница, что она хочет? Он мужик или кто? Ты что ты делаешь-то на меня? Пойди и скажи ему. Скажу. Давай, адрес я пойду скажу. Ты с ума сошла? Какой адрес? У меня даже телефона его нет. Так подумай, где взять его телефон. Давай, думай, ты хочешь ей помочь или нет? Пойдем. Идем. Так, это рабочая, это, видимо, домашняя. Мне тетя Галя подписала его. Звони уже. Алло, здравствуйте, а Саша, можно? А, это ты. А, Саша, это Ксюша, Ирина соседка. Ира Субботина. Мне очень срочно нужен Юрин адрес. Так, и откуда у тебя этот номер? Ты мне сам свою визитку дал, забыл? Диктуй адрес, я записываю. Обойдешься, еще раз сюда наберешь. Значит так, Верхоланцев. Либо ты мне даешь Юрин адрес, либо твой папочка узнает, как ты магазин ограбил, чтобы Иркиного отца подставить. А с какого перепуга это я? Да мне все равно, ты это или не ты. Я знаю, кому ты деньги на ограбление дал. Ты понял меня? Так что диктуй. 245. 245. 08. Я не слышу, 8? 8. Ты что, глухая, что ли? Сама наберешь, адрес узнаешь. Птичку куда-то дел, не могу найти. Отец? Ну, а кто? Опять сердцем плохо. Может, скоро вызвать? Да я бы вызвала, но ты же знаешь отца. Алло, здравствуйте, а Юр можно? Это знакомая. Вы извините, что я так звоню в неудобное время, просто это очень важно. А можно разбудить? Куда? Когда? Нет, нет, спасибо, извините, не надо. У него поезд 8:30. Какая разница? Я тебя адрес просила узнать. Он сегодня уезжает в Нижневартовск. Ну, ты заплачешь. С какого вокзала? Ну, ладно, домой я только заеду. Подожди, я с тобой. Сама разберусь. Отдыхай. А по этой дороге мы с мамой ходили на каток. Надевали коньки дома и шли. Она говорила, что боится упасть.
и просила держать ее за руку. Но на самом деле это она меня держала. Я была маленькая и думала, что без меня она действительно упадет. Да. У вас очень светлые воспоминания о маме. Это хорошо. Со временем они будут становиться еще светлее. Значит, человек не даром прожил свою жизнь. Ну что вы. Ну что вы, что вы. Все хорошо. Тетя Галь? Ну, наконец. Ну, где ты ходишь, а? Что ты здесь сидишь-то? Ой, ключи потеряла. Вот эти в подъезде валялись. Тьфу ты, ну, знала бы, давно спала. Че, где Леша не зашел? Да я зашла, он меня за шею. Да ладно, за что? Да ни за что. Ирка в дом хахаля приволокла. Иностранцы, типа, ее преподавать. Ну, чего ты стоишь? Ну, открывай быстрее, а. Ну, я Алексею говорю. Ты вообще глаза-то разуй, она у тебя под носом скоро с мужиками спать начнет. Ясно же, что он ей там преподает. Так и сказала? Ну? Ну, знаешь, я бы на его месте тоже тебя бы выгнала. Ой, мать твою, спина. Значит так, к этим не ногой, поняла? Ой, да ладно. Если я увижу, что ты с этой шалавой общаешься, выгоню. Мне, наверное, уже пора. Я пойду. Ваш папа, наверное, волнуется. Попросите у него за меня прощения. Да нет, он, наверное, уже не ждет. Да нет. У меня дочь ваша ровесница. Я знаю. Ну, дальше, наверное, я сама. До свидания. Обещайте, что вы подумаете над тем, чтобы продолжить образование. Обещаю. Спасибо вам. Это вам спасибо. Я пришла. Ты знаешь, я... Я сегодня много рассказывала месье Деваи про маму. Мне даже как-то легче стало. Ну все, все. Ты как приедешь сразу. Закажи переговоры, отзвонись, ладно? Хорошо, мам, хорошо. Ну, сынок, давай. Удачи тебе. Ну все, идите. Ну. Не люблю смотреть на провожающих из окна. Пойдем, идите. Пойдем, пойдем. Ну все. Я пошел, я все закажу. Извините. Юра! Стой!
Да стой же, я тебе говорю! Вы мне? Тебе. У Ирины после похорон. Помнишь меня? Вспомнил, что дальше? Это я тебя хочу спросить, что дальше? Сбегаешь, значит? Тебе что надо? Мне от тебя? Да ничего не надо. Справлялись мы как-то без тебя с трудностями, и сейчас справимся. Да кто ты такая, чтобы судить об этом? Какая разница? Ты хоть знаешь, сколько у нее долгов? Мать умерла, долги остались. Хотя тебе все равно. Ну беги, беги. Скатертью дорогу. Молодой человек, проходите в вагон. Кого Ирина должна и сколько? Благородно. Кому и сколько? Мне и много. Слушай, я догадываюсь, где вы с ней познакомились и что вас связывает. Короче, давай так, я верну тебе деньги, не знаю, сколько мне времени понадобится, но... Ты хоть представляешь, о какой сумме идет речь? Я верну тебе все деньги, и ты исчезнешь из жизни Ирины. Что-что? Ты слышал. Где тебя можно найти, если что? В интуристе? Да пошел ты. До свидания. Закройся в комнате и не выходи. На тебя смотреть противно. Здорово, Сань. Привет. А ты что не уехал? Предложение насчет работы в Сире. Алло, привет, Юль. Привет. Что делаешь? Сплю еще. Как отпраздновала? Отлично отпраздновала. Ты что хочешь? А я вчера хотела позвонить тебе, поздравить. А, ничего, у меня все равно дома нет. Все? Нет. Еще я... Ну, что еще? Говори быстрее, я очень хочу да, спать. Да, извини, пожалуйста. Я... Хочу поблагодарить тебя за то, что ты сделала для меня. Короче. Да, я... Извини, я обязательно отдам тебе долг, но... Но ты должна исчезнуть из моей жизни. Угадала? Что? Ничего, вещи привезти или ты сама заберешь? Юля, почему? Значит так. Я тебя в гостинице больше никогда не видела. И адрес мой забудь. Все.
Может, у них часы неправильные? Кто-нибудь не постучит? А может, постучать? Девушка, постучи. Ты со мной все равно. Привет. О, чё это ты в такой рань-то? Я с работы. Ключи дома забыл. А чё так поздно с работы возвращаешься? Твой бандит объявился, что ли? Нет, не объявился. И вообще не твое дело. Как ты разговариваешь? Я же за тебя беспокоюсь, дура. Тётя Галь, чего ты боишься? Слухов? Так ты сама их распускаешь. Хамка. Как твой бандит тебя бросил, совсем с катушек съехала. Кто тебе сказал, что он меня бросил? А где он, а? Столько времени не видать, не слыхать. Наобещал с 3 короба. Тетя Галь, меня такси ждет. На. Спасибо. Пожалуйста. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Не хочешь разговаривать? Хочу, чтобы тебя тетя Галя из дома выгнала. Что за глупости? Я же вижу, как она все время смотрит из окна, подойдешь ты ко мне или нет. Ну, не обижайся на тетю Галю. Ну, она просто сердится на папу твоего все еще. Ксюш, ладно. Иди домой. Ир, ну я-то в чем виновата? Пап, а ты чего, не ложился еще, что ли? Ух ты. Ничего, ничего, ничего. Работу закончу, высплюсь по полной. Ты вон сама всю ночь за книжками просидела. Решила, куда поступать будешь? Нет еще. А, кстати, Гийом спрашивал, хотела бы я учиться во Франции. Кто-кто? Ну, Гийом. Месье де Вайи. Я что-то не понимаю, что месье этот уже печется о твоем будущем? Ну, пап, ну а что в этом такого? Мы друзья. Что? Какие-то вы друзья, а? Ничего. Да он старше меня, друзья. Чего ты злишься? Уже глупость какая-то, ты смотри, учиться во Франции. А? У нас, между прочим, самое лучшее образование в мире. Пап, он там преподает в университете. Там есть иностранные студенты. Ну и вообще существует ученическая виза. Да не надо мне объяснять ничего. Господи, ты смотри. Франция. Друг нашелся. Ты завтракать будешь? Буду. Не буду я завтракать. Здорово. Привет. Тебя тут спрашивали. Угу. Кто спрашивал? Да вот он, сам уже идет. Здесь все, можешь пересчитать. А на новый костюм не хватило денег? Деньги считай. Да я верю. Коктейлем угости?
Слышь, ты Косте передай, что меня не будет сегодня. И дай мне позвонить. Давай, давай, мне срочно. Только недолго. Алло. Юлька. Как же рада я тебя слышать. Да, хорошо. А где? Отлично, договорились. Все, до встречи. Привет. Видела? Интердевочку? Угу. Нет, не видела. Горит классный фильм. Может, сходим? Я тоже. Почему? Милый не велит. Какой милый? Какой милый? У тех много, что ли? Странная ты. То ты не хочешь разговаривать со мной даже по телефону, то предлагаешь встретиться и несешь какую-то чушь. Ну ладно. Вот. Юре своему передай и скажи, что мне лишнего не надо. Эри. Я, конечно, может быть, чего-то не знаю, но Юра уехал из Москвы. Давно? Сразу же. Юль, что происходит? Ничего, просто он приходил в интуристы. Юра? Зачем? Ты правда не знаешь, что он не уезжал из Москвы или притворяешься? Понятно. Ну, тогда пристегивайся, разговор будет долгим. Так я и знала, что ты по выходным работаешь. Привет. Да вот, надо кое-что проверить. А ты ничего не забыл? Все правильно. Значит, я не зря приехала. Собирайся. Жан, мне надо поработать. Машина уже ждет. Поехали быстрее, иначе мы опоздаем в аэропорт. Саня, ё-моё. Вспомнил. А во сколько он прилетает? Разреши. Не волнуйся, мы успеем. Хорошо. Пойдем? Олег, ты объясни, может, я что-то не понимаю. Я за что 2 месяца по всей стране со его долбанными вагонами мотался? За штуку баксов? Да пошел он знаешь куда. Ага. А Цирик с Лехой, прикинь, за это время уже по тачке заработали. Это только с рынков. Считай, вообще не напрягаюсь. А мы своими шкурами рисковали. Ага. У тебя работа такая, шкуры свои рисковать. Так за бабки, а не за просто так. Салати получил за этих 2 жмуров. Ну, якобы не нужно было их валить. Расходы у него. Там за ментов и все такое. Да мне по барабану его расходы. В меня стреляют, я что должен думать о его расходах? А? Да я в гробу видал такую работу. Согласен. Отделяться надо. Вон сколько бригад новых организуется. Так а я о чем? Нафига нам сова? Согласен. Только это на раз-два не сделаешь. Бабки нужны, люди новые. И сова нас просто так не отпустит.
Да бабки сейчас с рынков снимать можно. Коммерсов на всех хватит, их сейчас как грибов после дождя. А, да ты людей найти, это тоже не проблема. Главное придумать, как от совы свалить. Есть у меня мысль. Сколько времени надо? Так ты скажи, сколько. А мы подождем. С деньгами, кстати, не проблема. Это сова говорил, что этих абреков валить не надо. Так они не пустые были. Ты молчал? Сколько там? Полная коробочка. А если сова узнает? Муха, не мешай. Не задавай глупых вопросов, целее будешь. Так что там? Короче, пацаны, деньги я пока спрячу. Как с совой порешаем, они нам пригодятся. Все пучком будет. Давайте отдыхать сегодня. Эй, девочка! Да поймай тебя! Так что, подруга, ты мне ничего не должна. Честно говоря, я была уверена, что у вас с Юрой все наладилось. Я давно его не видела и, если честно, была уверена, что его в Москве нет. Надо же. Значит, я его недооценивала. Господи, Юлька, ну кто тебя просил? Ну я же сказала, что все деньги отдам. Ну зачем нужно было впутывать сюда Юру? Ну, извини, я как лучше хотела. Да я понимаю, понимаю, но... Я тебе еще кое-что рассказать хочу. Что еще? Когда Ксюша звонила Верхоланцеву, она пригрозила, что расскажет его отцу о том, как напали на магазин, где работает ее тетка. Подожди, а при чем тут Верхоланцев? Я так понимаю, что он заплатил каким-то бандитам, чтобы они напали на твоего отца тогда в магазине. Каким бандитам? Я не знаю, каким. Ксюша твоя точно знает. Понимаешь? И очень хорошо.